Никакой дождь и непогода не помешали военным летчикам отметить профессиональный праздник. Началось мероприятие с минуты молчания, ведь накануне на Бердском аэродроме разбился пилот-международник Сергей Дадыкин. На торжественном митинге, посвященном 105-й годовщине основания военно-воздушного флота, виновникам торжества вручили юбилейные медали в честь 80-летия Новосибирской области. Дорогие друзья, боевые заглушивцы, поздравляю вас всех с праздником военно-воздушных сил. Этот праздник родился давно. Это был праздник всегда всех, не только военных летчиков, не только, а это праздник был всегда праздником для всего нашего народа. Поздравляю еще раз вас с праздником. Желаю здоровья, счастья. Будьте всегда веселыми. Для меня этот день как бы стал значимым уже давно. Еще учась в школе, я, в общем-то, задался мыслью связать себя с авиацией. Этот праздник, он вошел в мою жизнь, в жизнь моей семьи уже давно. Вот. И традиции вот эти летные, они поддерживаются. Могу сказать, что в моей семье уже сын летчик. Мы живем авиацией, давно живем, это нам нравится. Ну и общение, в принципе, с таким количеством замечательных людей, оно дает свои как бы плоды. В День военно-воздушных сил на мемориале воинскому братству военные летчики общались, делились друг с другом воспоминаниями и желали всем только мирного неба над головой.